Пиздец, апнуться легко. Типа, нужно просто не ебланить, а реально гриндить спорт, если хочешь добиться. Ну, если... Вообще, не знаю, как это объяснить. Типа, ну, ты добьешься успеха, когда у тебя... Ну, вообще, в любом деле, которым ты начал, если у тебя это именно горит внутри. Что ты прям знаешь, как будто на показательном уровне, что у тебя получится, что ты будешь там миллионером долларом, нахуй. Или лучшим в спорте. Просто когда ты делаешь это, типа, в ебанутое удовольствие. Когда тебе это нравится побеждать. Бля, вот я помню, как я в Fortnite играл, бля, я всегда знал, что у меня получится, бля, пиздец, бля. Прям вот каждый турнир я играл, я знал, что... Типа это... Что я... Ну, у меня всегда эго было, типа, даже когда я нихуя не выиграл, но если ты хочешь, типа, что-то делать, тебе должно быть эго. Ты должен там смотреть на сильных чулов и такой, ебать, так я их выебу. Там, если даже не сейчас, но через время я их выебу, мне похуй. Ну и так у всех было, типа.